Вот существует такое двоякое мнение, в основном у женщин. Значит, одни говорят, что шопинг, который любят ходить по магазинам, что это хобби, увлечение. А другие, которым надо, что надо, они придут, купят, развернутся, уйти. Они на тех говорят, что хобби – это болезнь. Болезнь это проявляется в том, что человек, когда заходит в магазин, и у него глаза вылазят из орбит на выпучку становятся. И надо быстрее уходить из магазина, чтобы так глаза и не остались на все время. На самом деле они имеют свойство возвращаться в свои орбиты, становятся еще красивее. Но вопрос в другом. Вопрос женское это женское, а мужское вот. Я же не буду сейчас признаваться на весь мир, позориться, что я страдаю шопингом. Но я объясню. Я очень как бы деликатно открещусь от всяких обвинений, потому что для меня же шопинг это не сама цель. Я просто хожу и отдыхаю. Обычно в этих магазинах больших прохладно, особенно эту жару. Посмотрите, какая дыма. И к тому же я нахожусь в такой стадии жизни, что это для меня релаксация. Бесплатная релаксация. За массаж платить надо. А тут ходи, гляди. Скажу вам по секрету. Иногда просто заходишь, отдохнуть и релаксировать. Скажу вам по секрету, иногда случайно что-нибудь недорогое и даже более того ненужное, а возможно даже ненужное, купишь и думаешь, как здорово, что я сюда зашел. Вот так вот бывают чудеса на свете. Только что само слово это означает, я не знаю, шопинг. Придумали же шопинг. А как на русском бы придумать? Эх, в деревне нашей сказали бы. Ладно, не буду. Да чего же дымоуха-то, да чем же дышать-то? Нынче лагерей детских отменили, нету. Как же оздоравливаться-то в таком дыму? Ну сколько можно по Октябрьской ездить? Ну, вы уж извините, у меня одни и те же маршруты пролегают. Работа, дом, магазины. Танина работа, забрать ее или привезти. Все это. И моя работа в центре, и Танина работа в центре. Магазины, которые мы посещаем, в центре. Ну и путь домой и из дому. Одни и те же маршруты. А для того, чтобы показывать разнообразие родного Нерчинска, ну нужно же, необходимо посещать разные его улицы. Но это надо специально ездить. Хотел сказать, жечь бензин. Да не буду говорить.
не жалко ради такого дела бензина, ради хорошего кадра, ради хорошего фото, ради хорошего видео никакого бензина не жалко. Потому что бензин был и нету. Это все приходящее. А красота вечная. Мгновение фото. Мгновение видео. Это застывшее кусок. Застывшее. Это вырванный кусок жизни. Это кусок жизни. Кусок красоты и кусок эпохи. Кусок времени. О, мне сюда надо. Релаксацию. Надо домой ехать. Я со смены езжу, релаксирую, потому что сердце болело с утра. Воды попил, не завтракал, ничего. А кстати, в нашем возрасте чем удобно, что иногда завтрак совмещается с обедом. Или обед совмещается с ужином. Хорошая вещь, я вам скажу. Галактика, кстати, перекочевала. А вот здесь еще доброцен какой-то открылся. Я говорю, не хотят у нас работать. Все хотят торговать.